Вас приветствует канал Fire News. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А мы начинаем. Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своими резкими и подчас провокационными заявлениями о звездах российской эстрады, поставил страшный диагноз Пугачевой. Причем, по его словам, дело тут вовсе не в здоровье. Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант. Цитирует издание журналиста Сергея Соседова. Критик, однако, уверен, что возможные проблемы со здоровьем тут ни при чем. Дескать, признание Примадонны о резком старении, своего рода пиар-певицы. Все эти разговоры про старость попахивают клоунадой, честное слово. Не понимаю, зачем она это говорит. Она в 36 лет тоже утверждала, что является старой и больной женщиной, обрушился на артистку журналист. Наверное, прикалывалась так, как и сейчас. Конечно, здоровье у нее утрачено. Негодует он. Тем не менее, критик уверен, что с Аллой Пугачевой произошло ужасное. Его диагноз – исчезновение таланта. У Аллы как будто все ушло, рассказал он. Она не сможет ничего показать на юбилее, я в этом уверен. Нечем показывать, голос пропал, не осталось ничего от тембра, подчеркнул Сергей Соседов. Напомним, Алла Пугачева, не раз объявлявшая о своем уходе со сцены, обещает порадовать преданных поклонников в 2019 году. В честь своего 70-летнего юбилея она даст большой концерт. Сейчас, согласно сообщениям СМИ, Примадонна выступает, но чаще всего на корпоративах. Большую часть своего времени она уделяет семье. Спасибо за просмотр.